Мой сказочный герой, летняя пора, край родной Узбекистан. Это основные темы виртуального конкурса детских рисунков «Планета детства» от творческой группы «Аладдин». Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! С целью разнообразить домашний досуг детей, коллектив группы впервые решил запустить дистанционный конкурс среди любителей изобразительного искусства в возрасте от 4 до 12 лет. Показать, как детишки нашего города Самарканда приняли ежегодное участие в конкурсе детского рисунка под названием «Планета детства». Согласно положению художественного состязания, рисунки по трем направлениям могут выполняться карандашом, красками и фломастерами. Необходимо сфотографировать готовый рисунок, на лицевой части указать данные ребенка и номер телефона, отправить по адресу. Здравствуйте, а рисунки детей сюда отправлять? Мы пишем, вот сейчас мы вам вышлем ссылочку. Мы вот высылаем ссылку, они вот заходят на эту ссылку. И автоматически они попадают в нашу телеграм-группу, где вот скидывают. По завершению карантинных каникул из представленных на конкурс рисунков будут отобраны самые лучшие. Критерии оценки – соответствие тематике конкурса, оригинальность работы, художественная ценность. Победители получат приглашение в первых числах июня в телеклуб «Альтаир». Суть нашего конкурса, так как детки у нас находятся дома и не имеют возможности выходить на улицы, посещать школы, мы решили как-то разнообразить их домашний досуг, то есть дать им определенные задания. Всего у нас будут три темы. Каждая тема будет разбита на возрастную категорию. Допустим, детки, которые маленькие, от 4 до 8 лет, они должны будут нарисовать сказочного героя. Образование на каникулах. Теперь это возможно. В связи с ситуацией вокруг коронавируса, наши детишки не имеют возможности посещать школу, видеться с одноклассниками, прогуливаться по городским улицам. Пока можно довольствоваться видеоуроками в режиме реального времени. Онлайн-состязание детских рисунков поможет немного разнообразить домашнюю суету, считают аладдиновцы. Да и не только. Ведь детские конкурсы – это место для воплощения фантазии и увлечения. Это раскрытие юных талантов, получение детьми новых знаний. Как утверждают ребята творческой группы «Аладдин», таким образом, они вносят свой вклад в преодоление вируса. Проведение конкурса детских рисунков через интернет – отличный способ содержательно провести преждевременные каникулы, а для родителей станет лишним поводом немного уделить время своему ребенку при выборе необходимой тематики для выполнения условий конкурса.